Ну что, пацаны, последнее ваше желание. Прощайте. Вот 6 взрывов в одном. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Чебузаврик, Dark Dragon, Магический чай, Тони Старк. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Я пью черный чай. Сегодня у нас будет защита базы. Мы будем с Dark Dragon пытаться напасть на эту базу, а пацаны будут защищаться. Но они не просто будут защищаться, они будут защищать здоровенную ядерную бомбу. Например, вот такую вот. Если 5 кушки, приятного аппетита, погнали! И давай будем какую-то тактику применять. И будем ее придерживаться. Так, я вижу базу вон. О, ты уже съехал тихонько. Кстати, пацаны могут использовать, в принципе, любое оружие, любые пулеметы, любые огнестрельные ракеты. Все могут. Но мы, конечно же, должны доехать. Блин, мы какие-то читерские танки взяли, они очень быстрые. Походу, базу взорву сейчас первым. Нет, ты не взорвешь так бомбу, надо по пацанам стрелять. О, пацаны, как атакуют! Давайте, со всех орудий! Сделай, ребята, мы попробуем поехать на рожом. Вот, знаете, вот прям на пролом мы едем. Что они нам сделают? Опа, мне сбили уже немножко криво, стал ехать танк. Привет, пацаны. Может, пока не будем взрывать бомбу? А, меня взорвали уже. Не получилось. А где Dark Dragon? Тоже взорвали? Нет. Я вижу. Давайте посмотрим. Смотрим, Dark Dragon пробить оборону или нет. Красавчик. Давайте, гасите. Взорвать? Взрывай, конечно. Они раз они закосячили, взрывай. Первая атака, конечно, у нас успешная оказалась. Отлетай подальше, чтобы увидели этот мега-взрыв. Очень быстрая атака. Мы сейчас возьмем немножко помедленнее танки. Вот это жесть. Мне нравится. Вот только сейчас бомба будет немножко мощнее, чтобы у вас был больше стимул защищать свою базу. Все, бомба лежит. Теперь мы возьмем немножко медленнее танки, чтобы у пацанов все-таки был шанс. У нас есть маусы всякие, коломаусы. Нет, это тоже читерский. Давай, знаешь, какого пака? Я сейчас тебе скажу. Называется этот пак... Greenwich Staff Symphys. Во, смотри, какой я возьму. Мега тяжелый танк. Ой, залагало. Смотри, какой дебелый есть. Нет, есть еще дебели. Смотрите, ребята, вот такой есть. Просто крепость на колесах. Блин, он такой медленный, но он очень мощный. По сравнению с тем танком, мне кажется, их разбомбить будет тяжело. Но у нас есть большой минус, мы едем намного медленнее. Просто очень медленно. Ух ты. Прыжок на танке, мне это нравится, эпический прыжок. 50 километров в час. Сколько? 50 километров в час. Пацаны, у вас есть время, чтобы нас уничтожить. Представь, если бы мы с тобой, да, гасили? Мы бы уже сразу, да, с пушек бы сняли. Хорош, гасят. С пулеметов настрачиваем. Давайте, пацаны, красиво. Едем на мазу. Кстати, знаете что? У нас получается четверо против двоих. Нет, трое против двоих. Ой-ой-ой, красиво тебя гахают. И меня. Я стреляю. Блин, я не попадаю. Ай-яй-яй, дымит уже. Я заразил. Уже дым идет. А с чего вы гасите? Я не могу пробить. Все, проехали. Ну что, проехали еще раз. Прощайте, пацаны. И все прощайте. 3, 2, 1. Пока. А где взрыв? Ого, все загорелось. Короче, что-то там сильно просто, да, захватывает нам базу? Не кажется тебе так? Может, давай попробуем сейчас на одном танке вдвоем прорваться? Драган, ну постреляй. Не могу. А, этот танк не стреляет? Я не могу почему-то. Ну ладно, посижу с тобой. Давай, попробуем прорваться. Если что, я подъеду, ты выйдешь с танка, вылезешь и взорвешь бомбу тогда. Хорошо. Пехота. Давай, короче, будем вот так пытаться. Попадут, не попадут. Я думал, ребята, будет намного нам сложить. А, все, я понял. Есть, я понял. Вы нашли пушку, да, какую-то читерскую? Молодец, молодец. Да, я попал. Красавчик, хорошо играешь до этого момента. Вот такой у нас есть танк. Сейчас просчитывается. Значит, сложно будет, я это знаю. Нет, этот танк не такой мощный. Dark Dragon, ты где? Может, тоже возьмешь себе такой танчик? И все.
Ну что, ты готов? Мы готовы. Прорываемся. Полетели на все скорости, с разгону. Надеюсь, не попадет. Ой-ой-ой, пошел обстрел. Короче, надо вот тут немножко большой холм есть. Мы сейчас за холм заедем. Да. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Молодец, Чубазар. А еще один едет, еще едет. Ух, пушку оторвало. Нифига себе. Дардрага, давай попробуем через другую сторону. Давай. Так, ну я так понял, что можно тяжелый танк брать, раз вы такие мощные у нас. Я взял такой танк. Псих едет. Дайте угадаю, это КВ-2 или Маус, да? Маус. Маленькая мышка. Гусеницы больше метра шириной. Маленькая мышка, согласен. Так, беру. Так, надо вот тут немножко за холмами ехать. Один вон там. Блин, он такой медленный. Так, давай будем сворачивать. Ой, красиво. Это ты стреляешь, да, по ним? Ой-ой-ой, попал. Да. Попал. Давайте немножко будем заезжать за холм и оттуда будем пытаться вести огонь. Еще попадание. Блин, ты мне сейчас гусеницу собьешь. Переставай. Ой-ой-ой, атака. Ай-яй-яй, это хорош. Боже, как они атакуют нас. Держи. Ну, танк мощный, ребята. Танк выдерживает все эти мощные напасти. Отлично. Огонь на поражение. Все, я заехал за холм. Я в безопасности. А Драгона убили, что ли? Тони Старк, прикрывай меня. Отлично. Так, ребятушки, надо как-то вот так вот выехать мне. И как-то их замочить. Блин, он в горку не едет, как рахит какой-то. Так, обстановку проверяем. Отлично, пока мисс хорошо, но попадания были очень сильные. Хорошо, вы попадали все в передок. Если вы попали в зад, будет бочка у меня здесь, он бы разорвался сразу. Он в горку не едет, у тебя тоже в горку не едет? Слабый танк. Я зенитку взял. Сводка. Блин, не попал, гора мешает. Опа, видел. Так, мы уже поближе с тобой, да, Дардраган? Мы ближе с тобой? Да. Так, давай будем объезжать холм. Не выезжай. Давай так за холмом ехать. Пацаны, я, короче, ракеты две заспауню, если что это... А что за ракеты? А это вот эти вот маленькие ракетки, которые вынесут вас. Ну, хорошо. Я тебя запомнил в лицо. Вот эти ракетки засунуть в танк. Сводочка. Сразу выезжаем. Я знаю, где они даже выезжают. Да-да-да, вон он один. На. Блин. Ах ты, подлец. Дай. Есть! Подбил. Нет, не попал. Назад. Ой, свернул игру. Назад. Заряжайся. Назад. Драгон, что? Потеря. Ух ты, возле меня снаряды пролетают. Такой звук прям эпичный. Едь ко мне, помогай мне. Зима, тебе повезло. Я заряжаюсь, пацаны. Так просто я вам не дамся, живым не дамся. А мы тебя уничтожим. Бум! Пушки нету вашей. Промах. Да, ничего не меня спустили. Назад, валю. Мои пушки все равно. Лавина. Я уезжаю, ребятушки. Отлично, заряжаемся. Так не попадет он. Не используйте зенитки, то не делаем страх. Сводку. Полезно. Да что я не попадаю? А ты попал прям в меня, но только мне ничего не нанеслось. Короче, ребята, надо вот туда стрелять. Они не попадают по мне, отлично. Все пролетает мимо. Какие звуки эпичные, да? Такой звук классный. Ой, попал! Сейчас, ребятушки, смотрите, красивое попадание. Бум! А что такое, не попадает, что ли? Ай-яй-яй! Надо назад! Красиво, ребята, красиво! Где Драгон? Я еду. А где ты? Я сейчас с тобой буду. Три маленькие. А, я вижу! А, телепиздрика маленького взял! Кстати, тяжело, да, будет, мне кажется, убить его? Да. Так, ребята, ну что, давайте возьмем что-нибудь поскоростнее, что, ну, все-таки есть шанс... то пацаны нас будет мочить хорошо, прям крепко. Ну что, взял такой броневичок, в принципе, от него рикошетят пули, но надо правильный угол выбирать.
Смотрите, как я сейчас буду делать красиво. Наваливаем, наваливаем. Что за маленький танк? Невозможно. Там меня убили. Есть. Снаряды убили мои. Есть. Ой-ой-ой. Попал, попал. Огонь. Ай, попали. Чес, я убил Дима. Так, мы вам бомбу забыли положить, ребята. Хорошо, что мы не доехали. Ну что, давайте что-нибудь положим такое. Например, царь-бомбу. Ребята, самое мощное, что может быть в Гаррис Моде, это царь-бомба. Поэтому обязательно досмотрите ролик до конца, потому что мы с Драгоном по-любому, да, взорвем? Драгон, ты где? Я тебя жду. Давай вместе будем нападать. Еду к ним. До сих пор на том маленьком танчике? Да. Так, я понял, пацаны, надо подмогу. Подмогу обязательно. Давайте вот такую возьмем машинку. Убил? Блин, Драгон горит, я его не могу убить. Я валю, наваливаю. Есть! Драгон, я тебя жду. Так, надо заехать за угол, потому что они сейчас меня убьют. Вот так не попадут, вот так не попадут. Эту пушку буду вблизи использовать, когда буду подъезжать ко мне. О, у меня есть гранатометы. А у меня есть минометы. Поехали. Вижу. Давай будем скоростью брать. Маневры, обязательно маневры. Ох, как несет. Ой, попал, дым пошел. Вали. Давай, я успею, я смогу. Вот это. Огонь. Хорош, пацаны, вы молодцы, хорошо играете. Дима, вот это очень крутая пушка, но фиг попадешь с нее. Ну она такая глобальная, да, Лупаша? Такая большой у нее разрыв. Это у тебя, кстати, ПВО, такая на колесах, да, штуковина? Да, колеса. Это ПВОшечка. Да, ну только она фиг попадет по вам. Так, я беру танк, который мы, в принципе, из первых брали. Они такие более быстрее. Так, я жду тебя, давай вместе поедем сразу. Я вас с пулемета буду. Надо, короче, ехать, чтобы кто-то один ехал спереди, а кто-то сзади прикрывал. Давай я буду спереди ехать, на себя огонь брать весь. Стой, Драгон, я придумал, не съезжай. Давай попробуем отсюда нанести им урон. Откуда отсюда? Оттуда. Так, ребятушки, ну что? На. Так, далеко. Обидже. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте километры возьмем. Не съехали. Да ты задрал, отвали за своей пушкой. Ты че стреляешь? Ты че? Дима, а я тебя вижу. На. Это не я. Красивая у нас атака. Смотрите, стоит танк, тупо выгребает триндюлины. Я Драгона открою. Сводочка. Вот такое где-то расстояние у нас. Еще дальше, чуть-чуть выше. Вот так, двоечка, наверное. Еще, давайте вот так вот на вот таком расстоянии у нас. Вот чуть-чуть ниже. Я по вам с миномета буду стрелять. Бум, красивое попадание. Валим пушку. Бум, вот это класс. Драгон, прорывайся, я буду пушки их снимать. Хорошая атака. Я, короче, их снимаю отсюда. А ты их прорываешься. Бум, не долетело. Долети, старан, пожалуйста. Бум, блин, еще чуть-чуть, сейчас мы попадем. Ай, попадание было. Ой-ой-ой-ой, надо валить. Они сейчас убьют меня. Блин, вали, Димка. Съезжай. Задрал! Хорош, молодец! Еще один едет, я с нему. Все, мы с тобой вдвоем в танке. Я с пулемета их буду гасить. Хорош, давай! Давай, прорываемся! Мы сможем, я ничего не вижу! Да что за мясо? Что наш мутант? Давайте посмотрим, что ему нормально. Ну что, пацаны, последнее ваше желание. Прощайте. Вот 6 взрывов в одном. Ой-ой-ой, это точно что ой-ой-ой. Я ничего не вижу, но очень интересно. Вот это мы устроили в вакханалию. Ну что, давайте, пацаны, последняя атака. Давай, ой. А чё? А кто? Как так это?
Так, пацанчики, ставьте ракетницы, все. Любой можете, самую мощную, которая может быть. Самая мощная. За тысячу душу, ребят. Вот это взрыв был, смотрите. Вот это взрыв. Ой. Смотрите, что я вам сейчас дам, вы просто вынесите. Ничего не видно. А, нельзя такое. А какой, какой? Можно, можно любые, любые можно. Потому что мы с тобой сколько раз бомбу уже? 3 раза взорвали? Короче, пацаны, сейчас будет у вас заныкано 2 бомбы уже мощных. О, давайте одну, ну, мега большую. О, вот это бомба, вот это бомбуха. А можно не надо? Нужно, нужно. Ну, у меня вылетит крысмотный. Ребята, я вам сейчас покажу одно оружие, ой, которое мы скачали. Это называется воздушная атака. Есть специальный самолет, который либо летает в небе. Показываю мод. Называется Attack Force. Ты я где? Перемещаюсь в самолет и лечу на самолете. И я могу теперь, смотрите, зумить. Просто мегазум. И смотрите, я могу кинуть корабельную бомбу. Смотрите, полетела. Полетела бомба. Смотрите, что сейчас будет с ними. Ой-ой-ой, ребята, прощайте. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, долетай. Бум, ты видел? Еще одна. Можем поменять оружие, кстати, на правую кнопку мыши. Можем вот такие вот штучки накидывать. Короче, давай, ты едь, а я тебя прикрываю. Ты подъезжай на танке к ним. А, меня убили болгаркой. Ай, самолет развернуло. Я вижу, мой едет челик. Давайте еще разок. Прикрытие с неба. Ё-моё. Dark Dragon. Зумим. Еще одна ракетка. Это, кстати, ракета, которая может снимать корабли. Смотрите. Ну. Бум, четкое попадание. Расстояние просто мега большое. Вот такое есть оружие у нас. Называется насыпаю. Смотри, сейчас долетит, что будет. Пушки крутит просто. Еще одна корабельная. Доезжает мой. Это будет мегавзрыв от меня. Ну что, мегавзрыв? Ты делаешь? Не надо, стой. Давай. Ес! Бум. Я не слышу взрыва, настолько это далеко. Ребята, если вам нравится этот мод с самолетом, 3000 лайков, и мы снимем что-то очень эпичное с этим самолетиком. Будет что-то очень круто. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.